Улыбнитесь, забудьте на время проблемы и посмейтесь на шоу у Тома и Джерри. Позабудьте заботы свои и печали. Вы такого веселья еще не видали. Познакомьтесь, всемирно известный кот Том. И наш великолепный мышонок Джерри. Шоу Тома и Джерри. Наконец-то съезд магов, проходящий раз в 100 лет. Теперь я, волшебник Стабстоун, докажу, кто из нас самый лучший. Манфред! В комнате для опытов беспорядок. Где этот бестолковый помощник? Манфред! Ты снова спишь на работе? Извините, мастер, слегка задремал. Извините, пожалуйста. Это последний раз, лентяй. Я найду нового помощника вместо тебя. Даже лучше. 2 вместо 1. Я рад, что вы согласились стать моими новыми помощниками. Что? Взять вместо меня кота и мышь? Вы не можете, мастер. Я все могу, все что угодно. А ты отправляйся ловить свой хвост. Хорошо, мастер, если вы этого хотите. А теперь, мои новые помощники, приберитесь в этой волшебной комнате. Увидите, что я покажу на сегодняшнем празднике, а я вздремну. Ребята, вы пожалеете, что отняли у меня работу. Как только я поймаю хвост... Никто не имеет права пользоваться волшебной палочкой, кроме Сабстоуна. Так что и не думайте. Эй, я все время ловил хвост неправильно. Поймал. Поймал. Ну все, воры чужих работ, я вернулся, так что вы уходите. Отдай мне ее, маленький нахал. Я хотел сказать вам большой нахал. Кусочек волшебной палочки. Все, что нужно, чтобы убрать вас с моей дороги. Надеюсь, вам понравится на Северном полюсе. Что скажете, если мы решим это по-джентльменски? На волшебной дуэли. Ладно? Договорились? Запоминайте правила. 10 шагов вперед. Кто свернет, тот проиграл. 1, 2, 3, 4, 5. И ваши шаги закончились. А теперь вы взлетите. Возвращайтесь и деритесь, как люди. Я не имел в виду людей, ребята. Я совсем не это имел в виду. Я хотел сказать, как мыши. Ну все, маленькие неудачники, теперь я от вас избавлюсь. Вы хотите удрать, ребята? Не сможете. Ребята, давайте договоримся честно.
Поскольку у каждого есть по волшебной палочке, давайте найдем другой способ решить, кто останется. Согласны? Хорошо. Так что я соединю все куски вместе и положу палочку в этот волшебный ящик. Согласны? Хорошо. Теперь ни у кого нет волшебной палочки, верно? Нет. Благодаря моему старому фокусу с рукавом. У вас ничего не получится! Это вам не сойдет с рук! Я сотру вас в порошок! Я их не вижу. Неудивительно. Жидкость для невидимых. Но это им не поможет. Потому что мне достаточно сказать «Появитесь!» Видите? Я рад вас видеть, ребята. Потому что я сейчас заставлю вас исчезнуть навсегда. Эй, зачем вы взяли карты? Я задаю себе глупый вопрос. На этот раз я вас поймаю. И ничто меня не остановит. Что-то меня все-таки останавливает. Нет, шкаф с волшебными жидкостями. Мастер убьет меня, если он разобьется. Черт возьми, что здесь происходит? О, нет, только не это. Разве пока я спал, здесь прошел ураган? Сейчас я узнаю. О, всевидящий глаз, покажи, кто устроил этот хаос. Да, мастер. Значит, причиной этого мои помощники и бывший помощник. Мне жаль, мастер. Ты действительно пожалеешь, когда я подвергну тебя самому страшному наказанию. Знаете, ребята, я бы хотел, чтобы этот день начался сначала. Я рад, что вы согласились стать моими новыми помощниками. О, нет! Неужели мне придется пережить это снова? Знаешь, Манфред, кажется, в наши дни кто угодно может стать волшебником. Вы правы, мастер. Этим пора заняться и собакам. По течению загадочной реки Амазонки плывут Том и Джерри, вооруженные только фотоаппаратами, чтобы найти редчайшую, никем еще не сфотографированную, прекрасную птицу Пипсквак. Эти бесстрашные герои могут пойти на любой риск, чтобы сделать этот снимок. Как близка была опасность. Но теперь вы спасены, ребята! Осторожно! О, нет. Они прыгают по спинам аллигаторов, которые, наверное, очень голодны. За исключением этого. Похоже, он хочет сфотографироваться. Наконец-то они на берегу. И теперь могут передохнуть. Дикий кабан! Осторожно, ребята! В джунглях нет никого опаснее кабанов. Джерри, не сейчас. Для дикой свиньи он слишком нахален. Ему не понравился либо снимок, либо моя шутка. Кажется, последняя. Бегите, ребята! Похоже, он хочет срубить дерево, чтобы вы оказались внизу. Это доказывает, что кто выше поднимется, тому дальше падать. За исключением наших героев, потому что им удается спастись. Держитесь, ребята, иначе вам летит еще целую милю. Какое везение! Они падают прямо в гнездо с милым маленьким птенцом. Ребята, не нужно беспокоить такого милого маленького птенчика. Какой можно сделать снимок?
спать. Вы слышали, что сказал мой малыш? Теперь вы поймете, что нельзя входить в дом без стука. Какая удача! Мягкий цветок смягчит их падение. Может быть, снимать цветы не так опасно? Похоже, это еще опаснее. Особенно цветы-людоеды. И теперь они продолжают искать скромную, незаметную птицу. Тихо, ребята. Она прячется где-то в пшенице. У вас есть шанс. Идите тихо и бесшумно. Похоже, вы ее спугнули. Джерри, быстрее снимай! Прекрасная фотография, Джерри. Фотография Тома. Любой фотограф-натуралист должен не только различать следы, но и уметь находить их где угодно. И всегда смотреть туда, куда идет, особенно выслеживая такую хитрую птичку. Ребята, посмотрите наверх. У вас есть шанс снять еще никем не сфотографированную птичку, которая так и осталась не сфотографированной. Наши отважные фотографы идут в дикие джунгли, чтобы найти хитрую птичку. Вот она. За тем деревом, что за вами. Да, за деревом. Видишь, как она машет хвостом? Молодец, Том. Подкрадись незаметно. Ты ее поймал, скромная птичка с ярким оперением. Это лев. Нет, Джерри, не льва фотографируй. Птичку. Похоже, вам придется подумать вместе, если вы все-таки хотите сфотографировать птичку. Эй, стойте! Если вы гонитесь за птицей, то вам в другую сторону. Похоже, я ошибся. Так что они выберут. Захотят ли наши герои встретиться с клыками и когтями льва? Или пойдут к скромной тихой птице? Я начинаю понимать, почему никто не сфотографировал прекрасную птицу Пип-Сквак. И мне кажется, что ее и не сфотографируют. Птицы. Вы еще не передумали? Что ж, на этот раз вы поступаете разумно, изучая привычки птицы Пип-Сквак. Любимая еда Пип-Сквака — морковь. Мне кажется, они придумали план. И Пип-Сквак это понял. Вы хотите подманить его этой морковкой? Но умная птица Пип-Сквак к ней не притронется. Что ж, я и раньше ошибался. А теперь ловушка сработала. У вас получилось! Прекрасную птицу Пип-Сквак только что сфотографировали. И, похоже, ей это понравилось. Ей понравился снимок, он ей так понравился, что она хочет сфотографироваться еще раз. Но нашим отважным фотографам достаточно одного. Извини, птаха, но ты их больше не интересуешь. После долгих месяцев ожидания, наконец-то весь мир сможет увидеть первый и единственный снимок, никогда раньше не фотографировавшийся прекрасной птицы Пип-Сквак. Все фотографы встречают и поздравляют героев. Вы уже знаете, что это награда тем, кто смог увидеть одну единственную на свете птицу Пип-Сквак. Одну единственную? Боже, да их здесь тысячи, они всюду. Кажется, что мир перевернулся. Все птицы Пип-Сквак прилетели сюда и все позируют фотографам. Ваша награда отменяется, ребята. Принести одну единственную фотографию Пип-Сквака было героизмом, но привести сюда фотографироваться тысячи птиц — это уж слишком. Их слишком много для одной фотографии. Так, ну и что вы скажете об этом неожиданном достижении, Том и Джерри? Пип-Сквак!
Это наш темный город. Когда-то он был тихим и спокойным, а теперь оказался во власти преступников. Люди боятся выходить на улицу. Помогите! Теперь здесь правят люди вроде метателя меча. Думаю, на сегодня хватит. Хайси, вор, баритон. Еще одна печальная нота. Этот малыш стоит кучу денег. И ни одна афиша не спасется от усача. Если это еще недостаточно плохо, то приводящая в ужас всех продавцов продуктов, весящая 300 фунтов толстуха не оставит вас безучастными. А если вы спросите у шерифа: «Джо, будь ты проклят, почему он не остановит преступников?», он скажет: «К несчастью, у меня связаны руки! Как бы я хотел, чтобы пришел супергерой и спас меня!» Алло, магазин Пита Тейлора? Это Стэнли Герой. Я хотел сказать, Картер, вы можете прислать костюм и шляпу ко мне на дом? Да, мистер Картер, мы везем. Том, Джерри, доставьте это мистеру Картеру, квартира 10C. А это вы быстрее, заходите. Слава богу, это вы. В наши дни не знаешь, кто может быть за дверью. Да, я супергерой, борец за справедливость, но теперь от меня осталась только тень. Наверное, вы думаете, почему я позволяю преступникам разгуливать по улицам? Грустная правда в том, что я потерял храбрость. И если это станет известно, мои давние враги нагрянут сюда в любой момент. Вот почему я попросил принести мне обычную одежду. Я все бросаю. Тем более, что эта одежда мне не шла. Как я устал бороться с преступниками. Черт, это мой давний враг, метатель меча. Ты прав, цыпленок супергерой. Я пришел намылить тебе шею. Боже, ты разбил мою стену. Ты победил, супергерой. Ты выбил пол у меня из-под ног. Я буду вести себя хорошо. Я сдаюсь. Тот слух о тебе был коварной ложью. Пока, трус. Я пошутил, супергерой. Пожалуйста, отпусти меня. Пожалуйста. Можешь проваливать, но лишь в том случае, если пообещаешь пойти прямо в тюрьму. Спасибо, супергерой. Том и Джерри, как замечательно, что вы зажали его мяч дверью. Вы вернули мне отвагу, и в качестве награды я принимаю вас в помощники супергероя. Вместе мы сразимся с бандитами. Супергерой, ты говоришь, ты вернулся? Конечно, я знаю, с кем ты должен сразиться. В данный момент твой давний враг Хайси отправляется в магазин фортепиано. Это задание для супергероя. Да и для Тома и Джерри тоже. Боже, чувство страха возвращается. У меня холодеют ноги. Том и Джерри, вам придется полететь вперед. А я, что же мне делать? Я пока успокою свои нервы. Вон там. Дальше будет магазин фортепиано. Вы должны остановить Хайси. Боже, я забыл научить их сбрасывать скорость. Хайси, вор Баритон, снова вернулся. Теперь я возьму самую высокую ноту, от которой бьются стекла, и пианино мое. Я хрип. Супергерой. Окно было разбито до твоего прихода, так что ты провалился еще в самом начале. Меня поймал супергерой. Разбить стекло было умной идеей, Том и Джерри, помощники супергероя.
Подождите. Меня вызывает шериф по двустороннему радиобраслету. Да, шериф? Усач портит афиши на Билборд Роуд. Остановите его! А теперь слушайте план. Вы наклеите эти афиши, чтобы задержать его, а я подкрадусь сзади и поймаю его. Понятно? О, боже, он здесь. У меня снова похолодели ноги. Эй, вы двое, что здесь происходит? Что-то за углом? Еще один. Что? Настоящий коп? А ты отправишься в настоящую тюрьму. Супергерой, мой давний враг. Это ты все устроил? Хорошая работа, супергерой. Твои помощники заманили его в ловушку. Молодцы, ребята. Ваши поступки вернули мне смелость действовать в одиночку. Больше никто на свете не сможет меня напугать. Никто! Вы слышите? Нет, нет, помогите! Только не ты! Я забыла толстухи, я ухожу! Можете делать, что хотите! Пока! В нашем городе снова воцарился мир, и курьер из маленького магазина Тейлора каждый день без страха доставляет заказы на дом, потому что супергерои Том и Джерри охраняют город. Ваш заказ. Боже, здесь действительно два настоящих супергероя. Исполнительные продюсеры Джозеф Ханна и Уильям Барбера. Режиссер Чарльз Эй Николсон. Производство кинокомпании Ханна Барбера. На русский язык фильм озвучен на студии Нота по заказу РТР в 2000 году.